И всем привет, друзья, с вами Декс, и нам вернут клоунов, нам добавят инвент с этими клоунами. В общем-то, ставьте лайк, если вы тоже олд, подписывайтесь на канал, если вы это еще не сделали. Давайте после этого видео добьем 155 тысяч подписчиков, мне будет очень приятно, если вы это уже сделаете. Также пишите свои одишники под это видео, то есть можете 5 комментов написать. Я уже скатал буквально с 20 подписчиками, и получилось в принципе очень классно. У меня минус алмаз, купить футболку за 200 алмазов. Или купить пропуск. О, спасибо за подписку. Вот так же появляюсь на канале, когда я снимаю видео. В общем-то, что думаете, пропуск или футболку? Напишите в комментах, кто наберет больше лайков, то пойдет в следующее видео. Ну и прямо сейчас сравним, что получаем мы на своем регионе, да? То есть мы можем получить легендарные скины на 24 часа. То есть, да, вот так вот. Просто зайти надо в этот день, да? А что получает у нас зарубежка? Да, они получают арктический, а также получает скин мула на девку. Не забывайте ставить лайк на мою аву ВКонтакте, делать репост, чтобы участвовать в конкурсе на Феникса. В общем-то, 15 числа будут итоги, как только здесь будет 1000 лайков. Поэтому все обязательно заходите и ставьте лайк. Вот чел ставит. Не знаю, справедливо это или нет, но кто хотел бы, чтобы нам добавляли бы такие вот инвенты, типа, чтобы мы там зашли и получили хотя бы на 24 часа какой-нибудь там арктический или зомби-самурай, то поставьте плюс в комменты. Следующий, это новый такой инвент, вы можете увидеть сейчас, как он выглядит. Здесь можно, в общем-то, получить нового персонажа, точнее, новый скин, вот этот вот чумовой доктор, да, можно его получить. Стенки много получить можно. Не знаю, добавить нам это или нет, но давайте посмотрим, как это вообще выглядит. То есть, получается, там вы выбираете себе подарки, то есть, что ходить, там, стенку, да, допустим, лутбоксы, какую-то доску хотите, да, скин на нее. И потом у вас появляется такой вот лутбокс. Один лутбокс будет стоить, получается, 19 алмазов. Вы его открываете, и за попыток, да, количество, или за то, что вы видите, выбите эти круги, вам дают, в общем-то, какой-то подарок, по идее, да. Или то, или вот это. И получается, слева тут написано, вы видите, да, то есть, что можно получить такой скин, можно получить такой паранг или член дробаш, по-моему, и можно получить зеленую стенку. Вот самое классное, это огненная стенка. Я вам еще раз говорю, у нас, у одного человека на регионе, по-моему, есть такая стенка. Также на зарубежке, по-моему, проходит вот такой вот инвент, связан с ангельскими штанами. Вот, там они вообще все бегают в этих ангельских штанах, вот сейчас можете увидеть. Да, и получается, там только вот инфа, то что, возможно, будет инкубатор клоунов. Да, у нас он был когда-то, вот скрины, то что, когда он был. Кто олд, он помнит. Естественно, кто помнит эту картинку, поставьте плюс, там, не знаю, или просто лайк поставьте, если вы помните этот мой ивент, где мы собирали. Я помню, даже просил на видео, чтобы мне дали эти души дракона. В общем-то, вот так вот выглядят эти скриншоты. И напишите вообще, какой самый классный скин из этих вот, или красный, желтый, синий, какой из них самый лучший, вот напишите об этом в комментах. В общем-то, возможно, нам добавят инкубатор, точнее его вернут. Я бы очень сильно хотел, чтобы его вернули, потому что я хочу получить желтый этот скин. Он очень классный, и многие согласятся, что желтый и красный, они самые лучшие. Да, я тупанул, то что я, ну конечно, я не виноват в этом, но у меня минус аккаунт был, и поэтому я не такой уж тут показывается, что олд. Но вы все знаете, что я почти с самого начала этой игры. Просто вот это вот, и все. И сами понимаете, типа, что да как. В общем-то, все, что там такое, подождите, кто, какой клуб. Всем спасибо за просмотр, с вами был Декс, пошел туда, зайду. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, увидимся. Это шутка, шутка, успокойтесь. Все, всем спасибо, пишите одишники свои, покатаем.